Тюмени завершаются гидравлические испытания. Сегодня стартует последний, 7-й этап опрессовок. Без горячей воды на 2 недели останется район улиц Широтной, Федюнинского и Закалужской, а также часть домов на Червишевском и Московском трактах. Точные адреса и график отключений доступны на сайте УСТЭК. Завершить все работы по опрессовке теплосетей в Тюмени планируют 27 августа.